Итоги работы промышленного комплекса за 5 месяцев. Бюджетная политика, итоги визита секретаря Совбез России и экономический форум в Питере. Повестка дня традиционного совещания с членами правительства была насыщенной. По итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России Чувашия поднялась с 9-го на 6-е место. Мы в первой десятке находимся второй год. Хотя это очень непросто, очень сложно. Конкурентная среда, она и есть. Соответственно, регионы, используя лучшие практики, тоже подтягиваются. Мы практически сдвинулись на 3 места. Республиканский бюджет на 1 июня текущего года по доходам исполнен в объеме 101,5% к уровню аналогичного периода 2015 года. Рост собственных доходов составил почти 10%. Средства из центра приходят по фактическим потребностям. Касается собственных доходов по консолидированному бюджету, то налоговые и неналоговые доходы, как видите на слайде, они с хорошим темпом за отчетный период, с ростом на 7,1%. В Чувашии за последнее время больше стало предприятий, работающих с плюсом. 114,6, Николай абсолютно правильно озвучили, это за 5 месяцев. Ориентир сегодня со стороны, в том числе и крупных заказчиков, государственных корпораций, обращен именно на отечественного производителя. Поэтому все это в совокупности работает вот на те результаты, которые вы видите. На прошлой неделе Чебоксары принимали участников совместного выездного совещания секретаря Совбеза России Николая Патрушева и полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича с главами субъектов федерации. Участники совещания посетили предприятия, обеспечивающие экологическую и информационную безопасность. На совете мероприятия прошли достаточно качественно. Об этом высказывались и гости, и организаторы. Прежде всего, это аппарат Совета безопасности и полпредства. Несмотря ни на какие коллизии в спортивном мире и экономические кризисы, сегодня Чувашия приняла участников чемпионата России по легкой атлетике. Свыше 1000 сильнейших спортсменов и тренеров более чем из 60 регионов России несколько дней будут доказывать, что мастерство и профессионализм не зависят от внешних факторов. Михаил Игнатьев пригласил всех жителей республики прийти на стадион Олимпийский и поддержать спортсменов. Родион Архипов, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.